Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на канале Чикитоксикул, ФБР на связи. Я вещаю из города Харькова, коренной житель, поэтому обязательно поставьте лайк этому видео и подпишитесь на каналчик в поддержку харьковчанина. Готовьте чаюху, ляля-кебаб, и мы стартуем. Ради стадиков, погнали! Ребят, у нас непростая ситуация, очень непростая, поэтому обязательно досмотрите это видео от начала до конца. Ребятки, чтобы вы понимали, классический харьковский дворик. Количество машин, количество людей. Людей не протолпись, а во дворах. Просто. Я не знаю, где вообще. Вон слон, только видите, выкинулся с окна. Он с 5-го этажа. И два слона. Парный суицид был у них. И в ветках застряли. Два плюшевых слона. Ой, сколько я помню, ребят, 90-х в садике. Слышу только, в окно гуляем, смотрим, слышу в окно только. Гу-гух. И мы ж подходим, малые, смотрим. А я вообще помню сам вот этот полет, как человек летит напротив 9-этажка, по-моему, с 8-го этажа, если я не ошибаюсь. И такой звук об землю. Гу-гух. Это жесть, ребят. Вот это такое, как говорится, в психике, в детской откладывается, как ни крути. Как ни крути, ребят. Хочешь, не хочешь. Вон, смотрите, даже снег не потоптан на детских площадках. Детей вообще нема. Зима, а мы тут раньше, я как вспомню, снежных баб лепили, катались. У нас еще было поле хоккейное, на поле катались, футбольное поле заливали, помню, на нем, на коньках, на лыжах, на санках, на картонке, на голой сраке, на чем только не катались. Что только, как говорится, не было. А сейчас вообще ни людей, ни машин, никого. Просто трешак какой-то происходит. Так и живет. Надо, ребят, несмотря ни на что, держаться на позитивчике, на позитивной волне, чтобы все было чики-брики, чтобы все было хорошо. Потихоньку стараться выжить. Вон, кстати, та девятина, с которой я созерцал все это дело. Ой, жесть. А вот здесь вот, где вот бабульки идут, оттуда ехала, вот там окна были у меня с моей группы, сейчас оно уже все поменялось. И вот здесь вот выезжает БМВ, вот там, где бабульки идут, за ними УАЗик. Слышу стрельбу, пух-пух-пух, понял? Мы, малые, в рядочек на втором этаже выстроились. Хорошо, тут шикарно видно. Видно поле, я на стриме как-то рассказывал. Все. А они, получается, ребят, вот так вот тут. Вот. Они сюда бегут. БМВ там бросили, за ними УАЗик. Ребята, они выскакивают с автоматов, начинают шмалять по ним. Те отстреливаются, вот сюда убегают куда-то. Куда они бежали, они, видно, не местные, понятия не имею, с БМВ. И отстреливаются с пистолетов. Потом только слышу хлопок, кидают гранату, короче, в них. И текать вот сюда заворачивают. И за девятину убежали, короче. А мы вот там стоим. В окошко смотрим. Воспитательница в шоке. Воспитательница в шоке, ребят. В диком. Ложитесь на пол. Ну вот. Дети 90-х. Что переживали. У нас еще тогда было самого малочку закалка. Пивко в пивнухе в 3 года. Потом стрельба с автоматов. Закидывали гранатами. Люди, сигающие с 8-го этажа с окон. Это только маленькая часть моей жизни. Ребят, просто микрочастичка. Поэтому никогда, не зная человека, не судите, как говорится, не суди, да день судим будешь. И не осуждайте. Вот такие, ребят, дела. Ох.
как вспомню. Но зато воспитатели были хорошие. Воспитатели, нянечки. Я все время с воспитательницей за руку ходил. Старшие группы меня отправляли. Потом старшики за меня заступались. Помню, пошел на бокс, записался. И мне там буквально в первые дни какого-то там амболоида поставили против меня в первую неделю. И он мне, не знаю, что там с носом сделал. Короче, у меня юха текла с носа, кошмар. Он именно надубасил мне. Не знаю, был перелом, не было, что там было. И этот садика, тип, который старше меня был на 2 года, говорит, а ну-ка я сейчас за Сашу, говорит, выходи, говорит, что ты, говорит, типа новичков младше себя бьешь. Сейчас я, говорит, покажу. Вышел, настрелял ему 5 секунд. Тыц, тыц, тыц. Я такой, аж, знаете, как-то в душе теплее стало, что за тебя кто-то заступается. Красота. Такая же туха. А вот, ребят, побитая 9-этажка. Если вы видите, от осколков. Вот здесь вот недалеко погибла женщина. Шла кормить котов, чтобы вы понимали. Вот прилет. Вот окон нету. Вы говорите, где? Что у вас все? Вот дыры, видите? Если не видите, я вам покажу. Вот какие дырки. Вот моя рука. Видели? Вот так вот. От осколков. Это жесть. А вот тут вам расскажу. Моя любовь к животным. Выхожу вот так вот. Вернее, иду отсюда вот так вот. Садик сюда вот так ходили. Там еще калитка была. И тут кусты росли раньше. И штрих взял, короче, маленьких этих самых. Короче, то голубей он брал. Он их на земле, короче, прибивал чьи гвоздями, чьи палками. А на вот этих кустах здесь и вот здесь были кусты, ребят. Понанизывал горобцовый синичек. Это был капец. Потом его гоняли, гоняли, кто-то мужики гоняли. В итоге выхожу уже с садика. Через неделю где-то с мамкой выходим. Раз, а вот здесь вот кот распятый, прибитый на земле. Вот это вот мое детство. И отсюда еще сигали. Вот сюда, прямо на вот эту дорожку. Потому что у людей не было ничего есть, ничего пить. Заводы закрывались, люди потеряли все. Просто голодали. И дети. Ну, это были лихие 90-е, ребят. Это вот такой вот мой жизненный опыт. Чтобы вы понимали. Это частичка моей жизни. Не знаю, может и потому я такой вырос, что люблю животных и так далее и тому подобное. Короче, ребят, пришлось маршрут мой поменять немножко. Уже лазят по дворам. Ну, вы поняли, кто. Высматривают хлопчиков. Ой, такие дела, короче. Так они и жили. Ой, как вспомню, ребят, все это. Так сердце кровью обливается. А у нас тогда еще тоже работу дедушка потерял, бабушка, все. Сказали, или работайте на заводе, не будете ничего получать, или уходите уже на заслуженную пенсию. Ушли на заслуженную пенсию, завели курочек, взяли огороды, по 4 сотки тогда раздавали, 3 штуки взяли. Тогда тоже выбить эти огороды было целая проблема. Вот, и... Что получается, было 2 хлопца. 2 хлопца-близнеца, мужика. Ну, я-то мелкий штрих был, они мужики. И то же самое. Потеряли работу, работали они чи в каком-то конструкторском бюро, чи что-то такое. Ну, вот такая у них была, в общем, работа своеобразная, да, ребят? То есть чертежи туда-сюда. Они не могли резко перестроиться, пойти работать на стройку, какой-то швейный цех и так далее и тому подобное. И в итоге... Они там что-то, короче, сделали. Нашли они какую-то, вспомнил я. Нашли они какую-то просроченную чи консерву, чи еду. Ну и, короче, наелись ее. О, гы-гы-га-га. О, да, красава, конечно. Красава, конечно.
Ну и, короче, потравились они. И нашли их потом в квартире. Родителей их не было. Жалко так было. Они такие грамотные, с высшим образованием. Развитые были, ребят. Очень интересно было с ними общаться. И вообще, помню, родители рассказывали, что очень грамотные хлопцы были. Ну, как-то так, такая жизнь. Что, ребят, цените каждый момент, каждое мгновение вашей жизни. Если у вас есть сегодня что покушать, то это уже отлично. Ребятки мои хорошие, всем привет поближе. Кто хочет помочь на корм для животных, на дровишки, карточки Приват, Монобанк в закрепленном комментарии и под видео. Там же есть PayPal для тех, кто за границей. Денежки идут на корм для зевсуни, для котов, для наших, для черепаховичей, для рыбок, для попугайчиков. Короче, кто не знает, у нас тут дома целый мини-зоопарк, куча животных, которых мы позабирали, поподбирали, которых то бросили, то еще где-то. В общем, ребят, выживаем, как говорится, как можем. Также под видео в описании есть реквизиты почты, Укрпочты, Новой почты. Можете отправлять посылочку, элементарно тот же корм животным. Сделаю обязательно распаковочку и всех поблагодарю, кто помогает нашему каналу. Всех обнимаю до хруста. Держимся, ребят. Ребятушки, всем добра, бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии, подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка, залетайте по ссылке в описании. Мы с Багирой вас страхуем по промокоду TAXICOOL21 вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко, до новых встреч.